все будут в восторге. Да? Ну, к примеру, да, мы начнем с простой останцовки. Да? Вот оно пошло, да. Вот боковушки пробиваем. Понимаете, вот такие штучки висели, да? Если делать, одним словом, если это делать долго и качественно, а еще там подобрать такую фазу, типа на рассвете, в полнолуние, или там просто энергетику по-хитрому выкроить, да, то ой, там будут такие вещи происходить с вами. Ну это что такое? Ты когда, короче, себя прохлопаешь, ты разблокируешь свою психику, понимаешь? Ну еще много приколов покажу. Ладно, открываем денежный канал, да? То есть вот такая тема, да? Ну ее надо долго делать. Я показываю пока ключи, да? Еще раз показываю, как денежный канал открывается, да? Да? Вот она тема, понимаете? И когда долго эту тему делаешь, да? Начинает все гудеть, да? Именно в плане бабреца, да? Допустим, нам надо сделать так, чтобы я был одновременно... Ну, печень это что такое? Это огонь, да? Вот. А селезенка это бесстрашие, да? И нам надо эти два канала, да? Нам надо вам... Ну, как-то все... соединить. Да? Там, смотрите, ребята, прикольная вещь такая, да? Ну, буду там по-разному, так, чтобы у вас получалось. Да? Связываем теперь эту тему, да? А теперь нам надо эти каналы, понятно, да, соединить. Что мы тут делаем? Шаманизм такой, древнейший и самый настоящий. Солнышко разгоняем. Разгоняем, солнышко разгоняем. И то есть у нас получается энергия печени, энергия селезенки соединили с солнцем. Разогнали это солнце. А это прострел срединного канала, да? Ну, то есть почистили срединный канал, отправили ко Всевышнему. Грубо говоря, где у нас какие проблемы. Вот. И вот таким образом у нас с вами получается, да, что мы канал печени и селезеночки соединяем с энергиями Всевышнего. Да, можно, конечно, делать как отдельную технологию, да, отдельную технологию. То есть, ну, пример взять, да, вот солнце. Вращаем на себя, на себя. И потом, что самое главное после этой технологии, да, ну то есть вот солнце крутилось, потом оно бах такой, да, и вот вспышка солнца пошла в биополе, да, а потом мы становимся, да, буквой X, да, и мы тянемся, и короче, вот мы полностью, понимаете, как это вам объяснить, да, как же это объяснить, короче, вот полностью в нашей конструкции, да, мы ощущаем, что мы и по вертикали, и по горизонтали, да, мы растягиваемся на весь космос, да, и вот наше вот как вот физическое...